Итак, друзья, давайте рассмотрим основные фильтры синтезатора «Алхимия» и параметры этих фильтров. В «Алхимии» существуют два основных фильтра. Они обозначены как фильтр 1 и фильтр 2. Они могут работать параллельно или последовательно. Давайте перейдем на вкладку «Global». Каждый из этих фильтров имеет 26 различных типов фильтрации и 12 эффектов. Теперь давайте рассмотрим все регуляторы основных фильтров. Находятся они вот здесь вот, вкладка «Global». И вот два этих основных фильтра. Фильтр 1 и фильтр 2. Рассмотрим все регуляторы основных фильтров. Кнопка включения-выключения. Далее всплывающее меню для выбора типа фильтрации или фильтр эффекта. Как видите, здесь можно различное множество типов фильтрации выбрать. Можно даже применить какое-то насыщение, ринг-модуляцию, кольцевую модуляцию, компрессор, компрессию и так далее. Далее ручка cutoff. Она устанавливает частоту среза для выбранного фильтра. Ручка резонанс для усиления или ослабления высоких. Ручка драйв. Ручка драйв приводит к различным искажениям. Конечно же, искажение будет зависеть от типа выбранного фильтра. Давайте попробуем с другим, например, вот с этим. Попробуем выбрать какой-нибудь здесь эффект. Ну, как видите, здесь название сразу, если мы выбираем эффект фильтр, название сразу ручек меняется. Далее, ручка переключения, параллельный режим и последовательный режим. Как вы помните из картинки, которую я показывал, как идет звук при параллельном и последовательном режиме. Далее, ручка FX Master. Этот регулятор определяет баланс между выходом секции фильтра и секцией эффектов. Работает как вот этот регулятор на осцилляторах, вот на этих источниках. Точно так же работает и выход, регулирование вот этой ручки выхода на выбранный нами эффект, блок эффектов. Либо на все блоки main, либо на какой-то отдельно. Соответственно, сама ручка определяет баланс между выходом секции фильтра и секции эффектов. А тут вы уже можете самостоятельно направить выход звука с фильтра на любую стойку эффектов. Вот такая вот несложная секция эффектов, фильтров, которую мы разобрали. Также вы можете использовать сразу одновременно два фильтра. Если вам нужно использовать два фильтра на источнике, с которого идет звук, в нашем случае источник А, нужно поставить положение вот этого регулятора, который отправляет наш звук, в положение в середину. Тогда у нас звук будет проходить и через первый, и через второй фильтр. Далее мы можем их активировать и обработать, например, на первый фильтр поставить компрессор,
на второй поставить какой-нибудь другой фильтр. И, например, отправить первый фильтр, выход первого фильтра, отправить на блок эффектов А, Б, С или Д. И точно так же отправить второй фильтр на блок А, Б, С или Д или на общий. Можно, например, выход первого фильтра. Давайте перейдем во вкладку «Эффекты». После того, как мы обработали различными фильтрами, можно выход с первого фильтра отправить на блок эффектов А, а выход со второго эффекта фильтра отправить на блок эффектов Б. То есть вот сюда у нас на блок А у нас будет поступать первый фильтр, вот сюда будет второй поступать. На блоке А мы обработаем, скажем, давайте поставим ревербератор. А на блок Б поставим Wave Shaper. Настроим пока Wave Shaper. Давайте какой-нибудь другой дисторшн поставим эффект. А на первом блоке эффектов у нас выходит первый фильтр. Поднимем эту ручку и обработаем реверберацией. Реверберация регулируется вот этим, вот этой ручкой Mix, либо она может стоять на 100%, а вы регулируете количество эффекта вот этим параметром. Либо этот параметр стоит на 100%, а вы регулируете сам эффект вот этим, вот этой ручкой Mix. Также после ревербератора можно добавить любой другой эффект. Delay, например. Точно таким же образом можно обработать выход с любого источника. Также вы можете использовать все 4 источника, чтобы обработать их фильтрами и обработать их эффектами.